Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сегодня я покажу вам, как узнать возраст своего дома. Итак, вводим такой вот поисковый запрос в поисковой системе Яндекс. Возраст дома узнать. Тут непонятное объявление, пролистываем. Далее выбираем тот сайт, который вам покажется наиболее удобным. Я вот щелкну на самый первый. И здесь вот в этом поле нужно просто написать адрес. К примеру, вот Семилуки, Дзержинского, 18. Вот. 80-го года, то есть ему, вот дому 41 год. А если ввести, допустим, вот старый дом, Крупская, 44. Шестидесятого, то есть вот этому дому 61 год. Вот. В общем, пробуйте.